Здравствуйте, меня зовут Нурсулу. Я преподаватель в Евразийском национальном университете. Проходила повышение квалификации под названием «Преподавание во время кризиса» или «Кризис в преподавании», где очень узнала очень многое для себя полезное, как избежать кризисных моментов, прослушала очень актуальные познавательные методы по преподаванию. Также мне понравилось работать с Google классом и создавать свое личное портфолио, делать сайты. Это очень познавательно и нужно, и актуально, считаю. И хотелось бы сказать, что программа очень познавательная, и впредь я бы хотела еще участвовать. Хотелось бы сказать спасибо, что у нас была возможность такое прослушать такую программу.